Всем привет, ребятки, мы сегодня поиграем в Ravenfield. Тут вышло обновление, добавили пользовательский транспорт. Я, кстати, добавил такую-то интересную карту. Это у нас Бикини Боттом, то есть город из мультфильма Губка Боб, Спанч Боб, квадратные штаны. Вот. Ну и давайте мы сегодня поиграем на этой карте. Очень интересная карта. Вот. Ну и плюс я вам сегодня покажу пользовательский транспорт. Не знаю, на этой карте он присутствует. Если нет, ну тогда уже на следующей карте я вам это все дело продемонстрирую. А так карта очень классная. Кстати, у нас есть совсем другие противники. Мы зеленые, а противники желтые. Как-то это все очень странно. Так, я взял какой-то обрез пистоль. Я не знаю, что это такое. А ну-ка. Ну, кстати, прикольная штучка. А ну-ка, перезарядка какая будет. Интересно сделано. Так, вон чувак. Умри. Музыка, что ли, реально из Губки Боба играет? Похожая. Вижу чуваков. Оу, это я что ли так стрельнул? Так, я не хочу, чтобы меня убивали. Так что будем аккуратно играть. Кстати, я поставил не Battalions, а Point Match. Ну ладно, это тоже достаточно интересный режим. Так, сейчас здесь будут противники. Да, угадал. Давайте с обреза с этого постреляем. В смысле, чувак не умер? Быстрее валим их. Оу, было опасно. Тихо. Меня свои прикрывают, слава богу. Так, что я взял? Я миниган вроде, да, взял? Так, один, вот он. Ай-яй, ранили, 2 хп. Свой, что ли, стрельнул? Или что за фигня? Блин, меня убивают все-таки. Жестко. Первая карта, на которой играет музыка. Сколько я играл, музыка нигде особо не играла. Так, ну ладно. Ой, меня снова ранили. Да что ж так жестко, с чего? И откуда? О, музыка, что ли, перестала играть? Походу, да. Нет, снова заиграла. Ну, ладно. Так, чего у чувака оружие блестит? Странно это все как-то. На... Миниган мне очень сильно нравится. О, здесь прям противники. Да какого хрена меня снова убивают? Так, давайте какую-нибудь другую пушку возьмем. Есть CSGO, у меня АВП. Давайте посмотрим, что это. Я, кажется, где-то уже ее брал. Да, брал. Вот, интересно, кстати, выглядит. Мне напоминает это из не CSGO АВП, а CS 1.6 АВП. Больше чем-то она мне напоминает. Не знаю, ну вот так вот как-то. Так. На, снайперюга. Уселся там. И еще на. Пх, он сквозь дерево вылез, ай, больно. Больно. Звук, кстати, такой же. Да, такой же звук стрельбы. Так, давайте слегка погромче сделаем звук выстрелов. А то музыка прям все глушит. Так, мы победили. Или, да, вроде мы зеленые, типа, соответственно, голубые. Так. Оу, вы это видели? Без прицела я его завалил. Ноускоуп. Так, стрельба там идет вовсю. Так, вот если бы я так CSGO бы раздавал. С АВП. Блин, промах. Чуваки, блин, сквозь текстуру лазят жестко. На, блин, ранят. Снова меня ранили и убили. Вообще, что за фигня? Так, оружие надо поменять. Desert Eagle у меня есть, глоки. Так, что-нибудь новенькое я хочу. Чего я долго уже не брал? Falcon, не, я брал, это фигня, мне не понравилось. Кстати, Вектор, давайте с Вектором побегаем. Крис Вектор. Так, интересно достаточно играется. Я уже брал Крис Вектор, по-моему, где-то. Так, что-то я когда беру миниган, меня все время убивают. Не знаю почему. Давайте будем держаться мы подальше. Издалека будем стрелять. Ну, потому что что-то меня прям убивают жестко. Карта интересная. Так, вот он живой этот остался. Все, мы его убили. Проходим. На... О, мы прям весь респ можем положить, посмотрите. Охренеть. Этот миниган топ. Просто с одного залпа целый респ положили. Я смогу прикрывать наших.
Хорошенечко прям так. Ну, вроде всех убил. Так, вроде здесь и кого. За карта не знаю. Надо валить их. Валим, валим. О-во-во-во-во. Они даже не успевают повыбегать. Их очень здесь много. Да, их очень много. Так, вот здесь сейчас они будут. Проходят. Да, вот они. Вон там чувак упал. Валим его. Тихо, 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 тихо. Так, тут еще чувак. Это наш, тихо. Главное его не убить. Откуда сзади? Сзади откуда? Свои или что это за баги? Охренеть, меня убили. Круто, круто. Давайте что-нибудь другое. СКС. Ну, такое, в принципе, сойдет. Давайте с СКС-а постреляем. Здесь увеличена обойма. Это хорошо. Ну, кстати, не ваншотит. Нужно два попадания, чтобы убить. Ну давай, умри, блин. Так, вот здесь чуваки. Я их вижу. О-о-о, их тут реально много. Так, вот он, желтенький. Забежал за текстуру. О, привет, чувак. Ваншот в голову. Привет, все чуваки. Просто всех убиваем. Да, а какого хрена, откуда меня снова убивают? Бикини-ботом очень большой. Здесь можно очень круто постреляться. Ну, чувак, убри, убей же его. Убрей, побрей. Ни хрена себе, меня просто разорвало. Берем просто в руки миниган и в бой. Так, вот здесь я тоже, да, смогу пробежать вроде? Да. Во, уже пошел дамаг. Хорошо проходит. Умрите все тут. Я вот, кстати, пройти даже не могу. А здесь смогу. Давайте здесь походим. Вот здесь опасно, очень опасно. Здесь очень много будет желтых. Да, я был прав. Ой, они здесь прям спавнятся, ё. Это слишком опасно. А хотя можем еще пройти. Кстати, это что, аптечки? Это хорошо. Умрите, их очень здесь много. Капец. А да откуда? А, здесь заспавнились. Ну давайте, чуваки, ну убейте их. Ну что вы делаете? Ну мы побеждаем. Ладно, сейчас еще давайте немножко поиграем на этой карте. Да и в принципе переключимся на следующую. Плюс я вам покажу как раз новый пользовательский транспорт. Серии по Рейвенфилду надо делать побольше и показывать много-много всего интересного нового. Да, в смысле меня снова задели? Давай, давай, вставай, чувак. Вот оттуда стреляют стопудняк. Или нет? Надо аптеку кинуть, подхилиться. Не, миниган, посмотрите, реально топовый. Сейчас мы подхилимся и го в атаку. Все, о, 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 о. Желтые там идут, надо их расстрелять всех. Их очень много. Они, блин, на каждом шагу эти желтые. Так, ну вроде наши здесь все захватили. Прорываемся потихоньку. Так, вот-вот-вот. Вот здесь надо стрелять. Так, там свои. О, спасибо. Ай, ранили, да откуда? Вот был еще, да сколько ваших, блин, вас. Капец. Ну, кстати, классно, классно сделана карта. Мне нравится. Еще и музыка играет такая интересная. С Крисом го побегаем. 45 патронов, это много для Криса. Сделали бы хотя бы оптику. Миниган очень хороший. Мне нравится. Так, надо вот здесь вот пробегать. Так, это свои. Гранат у меня нету. Это плохо. Это очень плохо. Опа, на, противники. Вроде завалил их всех. Проходим. О, нет, здесь еще противники.
Ой, их здесь очень много. Просто геноцид желтых устраиваем. Умри. Так, и вы умрите. Ай, ранили, ранили. Аптечку надо кинуть. Аптечку, блин, я еще... А, я уже воспользовался. Плохо дело. Желтых не пускаем. Просто они все умирают здесь на моем направлении. Я их всех буду убивать. Но миниган — это топовая штука, что я могу сказать. ТСКС тоже неплох. Да ну откуда? Реально, серьезно, откуда меня убивают? Как меня так убили? Ладно, давайте у меня последняя жизнь, и перейдем на карте, я вам покажу новый пользовательский, наконец-то уже транспорт. Во-во-во-во, желтые, умрите. Аптек очень много, это хорошо. Я себя с этим пулеметом чувствую Рэмбо. Вот реально, как в фильме разношу всех. Окей, еще одна давайте жизнь, потому что нравится мне с миниганом играть. Кстати, этот миниган сбивает почти любой транспорт, уничтожает, дамажит. Ну, короче, топовая штука. Самолет вообще, он просто как семечки щелкает. Ну, а противников обычных пехотинцев вообще просто на куски разрывает. О, смотрите, было... пехота, была пехота, были противники, уже и нету ничего. Но... так, вон он еще один. Ну все, расстреляли мы их всех. Откуда они там, блин, бегут? Сквозь текстуры их мы, блин, убиваем. На... о, орда просто заспавнилась. Сзади обошли. Ладно, давайте новый, я вам наконец-то уже транспорт покажу. На новую карту мы переходим. Поехали. Так, ну я зашел, значит, на карту. Посмотрите, у нас спортивные машины. Новый танк. Т-55. Вот такой вот классный, охренеть. Ладно, давайте на нем мы как раз и поедем. О, спортивная тачка, Ламборджини у нас. Ламборгини. На, охренеть. На, давай еще. Охренеть, что мы просто с ними делаем. Так, через шлагбаум. Так, чувакам задница, что я могу сказать. А пулемет у нас есть? Так, а чем так плохо вертится? Ладно. Ух, пушка плохо опускается. Ну ладно, в принципе, и так сойдет. Надо отсюда уезжать. Кстати, можно вражеский транспорт забрать. Забираем. Охренеть, смотри, что мы можем сделать. Я просто сел на машину на вражескую, уехал. Ну давай, давай, проезжай, блин. Шлагбаум. Ай-яй-яй. Надо уезжать. Охренеть. Серьезно, и что мы теперь будем творить на этом транспорте? И я убежал. Ой, блин, только помет гасят с всех сторон. Ну пофиг, умру так умру. Так, умри, чувак. Ну умри, умри, блин, умри, во. Так, вот, ай, ну сносят меня. Ну вы то есть понимаете, что такое пользовательский транспорт? Это не вот тот раньше джип, который был, это машина с новыми характеристиками. То есть это не просто взяли на джип текстуру новую, да, надели, да и все. Это полностью новая машина. Это топово, как по мне. Так, только вот где мне теперь эти машины взять? И точно так там с самолетами и так далее. Уже чуть позже, в следующей серии я вам покажу самолеты и всякие такие вот штучки, вертолеты и так далее. Он, ну потому что, ну, уже в этой серии не покажу, и так она уже достаточно долгая. Так, надо ниже стрелять. Так, где противники? Где противники? Вот они. Так, что-то М24 меня подводит. Давай, умри, чувак. Так, ну все, их завалили. Вон, 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 вижу, нападают. Новая, кстати, карта, буквально пару дней назад добавили. Давайте мы на ней сегодня поиграем. Очень крутая карта. Ой, меня выносят. Только она слегка что-то подлагивает, но совсем слегка. Не, пушку не будем менять. Я хочу транспорт. О, вертолет, вон вертолет. Стоп, я в вертолете и так был. Нет, пустите меня в вертолет. Блин, меня убивают. Перед смертью, правда, слегка что-то залагивает, подлагивает так. Ну, ФПС вроде не проседает. Ой-ой-ой-ой. Во, все, топ. Транспорт, хочу транспорт. Мне это напоминает, блин, Вьетнам, что ли, какой-то. Да какого хрена меня-то сносят, ау? Почему именно меня? Вон там еще, блин, 10 ботов, блин, тут стоит, ну не 10, а 5.
О. Так, Lamborghini есть? Ладно, в принципе, эта машинка нам тоже сойдет. Охренеть, она, конечно, гоняет. Давайте здесь проедемся. Mitsubishi это, кстати, у нас. Ну, управляемость так себе, нужно еще привыкнуть. Ну, чуваков можно не точно давить. А, охренеть, мы просто подлетаем. Меня, естественно, убивают. Ну, что-то нереально на этом всем транспорте творим. Очень как-то мы агрессивно играем. Так, кстати, вертолет, да-да-да. Так, противничков мы ищем. Так, ну вон они, я их всех вижу. Ну, выносят, ну естественно. Короче, возьму другую пушку, что-то мне это совсем не нравится. Надо что-то хорошее взять. Надо вот реально что-то очень хорошее взять. Аэрку может возьмем? Нет, давайте не аэрку. Давайте тут DLT. Не знаю, что это такое. А, я ее уже брал. Неплохая, в принципе, пушка. Вот, можно даже сказать, очень хорошая. Ну да. Пуля очень быстро летит. Нужно только слегка упреждение брать. Во. Вот я уже и приловчился более-менее играть с ней. Так, красно вот на базе. Им теперь точно задница минус. Промах. Там, кстати, у них стоит как раз эта Mitsubishi, на которой я только что гонял. У чувака пушка. Патроны, черт, закончились. Так, ну я пробегаю к нашим позициям. Я хочу машину какую-нибудь взять. Реально хочу на машине погонять. Все-таки обновление, все дела. Хочу показать вам новый пользовательский транспорт. О, головешка одна. Попал. Класс. О, плавают они здесь. Не, я лучше по мостику пробегу, чем буду плавать. Жестко тут война происходит. Это, кажется, по мне стреляют. Так, с Крисом давайте будем бегать. Воу. Вот черт, а. Пошли нафиг. Где вы тут? Умрите. Блин, я так ни по кому и не попал. Ну вот, немножко попал. У меня патронов, кстати, не так уж и много на этом Крисе. Вот, ну, потому что вспомогательное оружие все-таки. Это типа в разделе пистолеты. Второстепенного оружия. Так, тихо, спокойно. Ой, это по мне, что ли? Не, вроде не по мне. Вон, вижу, что-то едет. Это кто там? Это наши там, окей. Вы это видели? Чувак на меня просто взял, выбежал и умер. Это было жестко. Ну вот, я уже, в принципе, пробиваюсь. Транспорту. Транспорт где-то здесь. Да-да, где-то он здесь находится. Наш транспорт весь. Давайте перезарядимся. Можно, в принципе, и птичку было бы схавать, но ладно. Вертик. Я хочу к вертику. Даже тут целых 2-3 вертика. Топ. Так, быстрее. Ой, это по мне, что ли, стреляют? Опасно, опасно. Да, вон просто куча красных. Охренеть, быстрее бежим. Ну, а садись, вертик. Че я не могу сесть-то? Может, залезть в него надо? И типа потом только сесть? Ну, F, E, F. Как сесть? Никак? Что-то вертолеты пока плохо как-то работают. Но это не обычные вертолеты, это как во Вьетнаме. Угу. Может, они как-то заскриптованные чисто висеть в воздухе, хрен его, короче, знает. Так, аптечку надо мне обязательно кинуть, а то меня сейчас уже скоро вынесут. У меня 30 хп. Так, ну ждем противников. Взрыв, ага, прям в меня, круто. Так, чё я опять пушку лезу менять? Хорошее у меня оружие, в принципе, неплохое. Взяла в итоге Томпсона, круто. Ладно, мне, в принципе, без разницы. Главное на Mitsubishi погонять. Во-во-во-во, аккуратней, нет, не перевернись. Только тебя взял машина. Ну, интересно сделан транспорт. Не знаю, это обычные люди делают или, типа, разработчики. По-моему, это люди обычные, мастерской, да-да-да.
Но это, как по мне, достаточно сложно все сделать. Так, вот. Вот. О-о-о-о-о-о-о. Блин, мы нашего одного задавили. Ну ладно, так, чуваков давим. Краск, на! Так, давайте на Ламборгини погоняем. Я еще на Ламборгини не гонял. Или гонял. Ну, короче, уже пофиг. О, у нас есть бибикалка. Так, главное аккуратно ездить, но все равно урон наносится. По-тупому сделан транспорт, а каких-то, блин, небольших скачков уже урон наносится. Окей, вот здесь наши. Чуть-чуть дальше идут уже красные. И мы их сможем наконец-то давить. Но красных уже очень мало осталось. Вот, вот, вот их база. Леса эти, деревья, блин, хрен тут проедешь. О-о-о-о-о-о! Охренеть, что мы просто творим? Так, мы этого чувака убили. Так, ну в спину, норм. Так, проходим. Охрененно. Кто меня убит? Это вообще убивает. Я не пойму, с каких вообще, блин, сторон меня убивает. Вообще просто прилетает плюха и все, и минус. По-дебильному как-то. Что за бред? Как эти шлагбаумы работают? Может, их как-то можно опускать, да? Да не, ни хрена. Какого хрена там вообще шлагбаум закрыт? Как я там могу на транспорте проезжать, если там он закрыт? Шлагбаум этот. Ладно, давайте сюда пробежимся. По мостику давайте, я плавать не хочу. Там противников вроде вообще нету. Но я, например, никого не вижу. Так, здесь проходим. Мы сейчас вот-вот уже победим. Наша команда уже выигрывает. По кому они стреляют? Так, ну здесь вот противники остались. Вот здесь вот вроде их база, но я не знаю. Да, это красная база, но я еще. Я здесь вообще даже никого не вижу. А где вообще противники? Ай-яй-ай-ай-ай. Кто по мне стреляет? Ай! Чуваки в машине сидят! Серьезно? Вы это видели? Это засада была. Охренеть. Кстати, разрушение у машины есть. Интересно, интересно. Предлагаю вам автомат поменять. Этот мне вообще не нравится. ХМГ нет. Галил тоже так себе. Вот это что это такое, я вообще не знаю. Алтимакс какой-то. Давайте его возьмем, что ли. Давай, давай, появляйся, чувак. О, 45 патронов, это хорошо. Это уже будет получше. Ну, немножко колбасится при выстрелах, но в принципе неплохо. Ага, по мне свои же стреляют, малорики. Проходим здесь. Так, ну все, наши наконец-то прошли сюда. Но еще не захватили, правда. Красные, красные. Надо было, блин, снайперку брать. Умрите. Да что так слабо Криста дамажит? Так, ну неплохо, неплохо. Отстреливаемся. Вот черт, а. Перезарядиться. Срочно перезарядка. Че я попасть не могу? Попал. Снова, блин, противники все здесь, да? О-о-о! Охренеть. Жестко, жестко. Наконец-то я смог прорваться. Окей. Обходят, обходят. Капец, с последними просто патронами я их убиваю. Ну что, граната вывалилась, чувака? Ну кто меня сзади? Ну серьезно, ну вы меня прикрыть, чуваки, не можете. Ну это вообще капец. Ладно, давайте в последний раз я на них сейчас нападу. С какой-нибудь интересной пушечкой. И скарашу, давайте. Вектор хорош, только надо что-то помощнее. Что-то вообще прям урона мало мы наносим. Это, конечно... Короче, пушка хорошая, но вот урона мало. Мне не нравится. Давайте P90, да, возьмем. Тем более мы сейчас уже победим.
Вертушки я не разобрался пока что, как вообще летать. И что-то на Скаре всего 20 патронов. Короче, очень круто. О, середины мы давайте зайдем. Так, противники, там противники. Черт, по мне стреляют. Кто по мне стреляет? Вот, чувак. Угу, классно, классно поиграл. Даже ничего не понял, откуда меня даже убили. Откуда, блин, реально. Просто стоял, чувак, и умер. Молодец. О! Давайте вот эту сторону мы поедем. Чем мы все время налево едем? О, ворвемся к противничкам. На ламбе. Это же будет вообще топчик. Это по мне стрельба. На! Это было очень круто, как по мне. Эй, в смысле, ты живой остался? Серьезно? Чувак, на! И чё он? А, он еще и живой все равно остался? Сейчас мы тебя... Ой-ой, по мне стреляют. Кто по мне гасит? По мне с пушек стреляют. Ёпперс, это опасно. Охрененно. Ладно, приз это все. Вот пользовательский новый транспорт. Добавили буквально пару дней назад. Интересно, вот эта карта. Бикини Ботом тоже достаточно прикольная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока-пока.